В Басарабяском лицее Матей Басараб в праздник Драгобетеля выбирали идеальную пару. Конкурс проходил в 5 этапов. Презентация, танец, описание второй половинки, признание в любви и проблемная ситуация, которую влюбленные должны были решить совместно. Самым сложным, но в то же время интересным оказался этап, когда нам нужно было танцевать, потому что это потребовало больше усилий и труда, артистизма и таланта. Наверное, последнее испытание, которое в основном состояло из импровизации. Думаю, что мы справились с ним хорошо. В конкурсе приняли участие всего 3 пары. Остальные так и не решились выйти на сцену. Судили все выступления педагоги и учащиеся лицея. Я считаю, что все пары были подготовлены на высоком уровне. Судить их было не очень сложно, потому что участников мало. Поэтому хотелось бы, чтобы в дальнейшем конкурсантов было больше. После всех испытаний жюри выбрали идеальную пару. Ею стали участники под номером 3, учащиеся 10 класса, Дан Царан и Галина Бадалика. Все пары были награждены дипломами и памятными сувенирами. Ты согласна с мнением жюри? Частично, потому что мне больше всего понравилась первая пара. Согласен, но все-таки я хотел, чтобы победила пара под номером 1. Я считаю, что жюри приняло правильное решение. Среди них были и учителя, и ученики лицея. Думаю, что они решали совместно. По мнению организаторов, мероприятие прошло даже лучше, чем ожидалось. Идея провести этот конкурс принадлежала совету учащихся. Они красиво отметили День влюбленных и решили, почему не отпраздновать и Драгобетеля, который им ближе, ведь он румынский. Организаторы надеются, что этот праздник станет в их лицее традиционным и с каждым годом будет привлекать все большее внимание молодежи.